Называется «Задушевные слова про Госдуму и Дом-2». Есть у русских часто голова. Русским от Иркутска до Уржума всем буквально нравится Дом-2, и еще им нравится Госдума. Русские, с пивком домой придя, разместив зады свои в диванах, смотрят, взгляд на миг не отведя, на людей для иностранца странных. Что в Госдуме, что в программе «Дом», бьют друг другу морду в буйстве спора. Там у них сначала то Содом, то потом наоборот Гоморра. Там и там друг друга матерят, иногда снимаются в порнушке, а потом тихонечко сидят и пи***ят, как добрые подружки. Там и там не стервы, не скоты. Там не встретишь дуру и урода. Там герои, прям как я и ты. В смысле, представители народа. Я и сам хотел в их круг попасть, но столкнулся на пути с загвоздкой. Перед тем, как лить с экрана страсть, кастинг там и там довольно жесткий. Беркова, Миронов и Грызлов. Все прошли через отбор сито. Нужно знать по-русски 8 слов, быть блондинкой или трансвеститом. Продолжая размышления нить, объясню, сейчас понятно станет. Их решили вдруг объединить. Два проекта наш бюджет не тянет. Произнес решение слова кто-то из какого-то тандема. В общем, ждем премьеры «Дума-2». Будет там любви и секса тема. Будет все сначала хорошо, будут снова пары создаваться. Будут в новом ежедневном шоу пары в новый домик заселяться. Скажите, Орлуша порит бред. Перепил текилу или виски. Каждый может сам раскрыть секрет, почитав предвыборные списки. Вон из сериала «Универ» девушка Кожевникова Машка. Это по спискам идет. Вон Валуев, чтобы, например, рвать врагов, как тузик промокашку. Из простых реальных пацанов есть Колян с фамилией Наумов. В общем, лучших родин и сынов выбирает наш народ в Госдуму. Из синхронных девушек-плавчих ловко подгребает Киселева. А чтоб в Думе не был слышен чих, нос ее зажат зажимом снова. Сафин, Терешкова и Машков, Серж Боярский с папиной гитарой. Мы их всех обсудим под пивко, как они начнут сбиваться в пары. Там у них пока не решено, где сидеть, в Госдуме или в доме. Но уже, понятно, мне одно, денег на проект не экономят. Там же те, кто популярнее всех. Вновь идет Кабаева туда же. Думу-2, короче, ждет успех при таком подборе персонажей. Однажды в Марио Собчак зашла покушать каши. А там все занято. За столиками наши. Не в смысле наши из и львиц гламурно светских, а просто людей, одетых по-советски. Весь зал забит. На лохе лох. Едят, пердят и квасят. А во главе стола, как бог, сидит какой-то Вася. У всех при этом на виду толпа лохов-лохушек ждет устриц, с виду на похожих, из ракушек. Собчак, свой биркин теребя, у стойки разместилась, а после, не сдержав себя, вдруг в тяжкие пустилась. Она кричала: «Ладно я львица полусвета, а нашим на нужна закуска эта. Ну ладно, я на доме два еблом своим торгую. А вам, унылая ботва, Белон, с какого х...» И вдруг встает из-за стола прыщавая какашка с ответом: «Если так нагла, весну каркашке». Какой-то, честно говоря, вы стали, Ксюша, душной. Сюда пришли вы, кстати, зря, а место вам в конюшне. Собчак ей вежливо в ответ: «Себе приколы. Вам, малолетки, сколько лет? Давно ли из школы? На вас, унылых мудаков, я с крыши мира ссала. Я, кстати, книжку про лохов недавно написала». И разошлась. И понесла подростков пидорася. Но тут встает из-за стола их самый мутный Вася. В руке шампанского бокал, съебла такой нахальный. Бриони, турбион, оскал, короче, лох педальный.
Он из лощеного мурла на пол чуть-чуть похарков спросил: «Ты чё вообще пришла, подстилка олигархов? И место, говорит, тебе не тут, а у параши, а тут едят не себе, а между прочим наши». «Ты на кого спросил, он прёшь, унылая старушка? Мы, сука, роз, молодёжь, а ты сама лохушка. Какой у тебя IQ? Марш на столовой. Заметки все твои в GQ писала Соколова. Кончай считать бабло мое, как тупорылый купчик. Ты проститутка, ё-моё!» — подвякнула Потупчик. Но алягер ком алягер. Собчак сердить не надо. И речь зашла про селигер и детские отряды. Как у народа на виду, на жопе две заплатки, Василий юную м***ю оскал в своей палатке про то, что наш это фарс для денег распиловки и про участие в Акбар с преступной группировки. Короче, вот вам 100 х***ов, вы пидорас, вы пидоры и гады. Но тут вмешался Соловьев, ушей и глаз от рада. Ума и чести эталон, от хлеба захлебнулся. Его желудочный баллон от возмущения вздулся. Он заорал: «Мне слушать, срач ваш, надоело сраный. Собчак с Рублевских ездит дач с мигалкой и охраной. Собчак никчемная хуйня и даже не невеста. Еще она глупее меня и вообще пустое место». Собчак с улыбкой на губе сказала: «Вова, здрасте. Поговорите о себе. Себя попидорасте. Да, я мигаю всем окрест своим красивым взглядом, но по дороге вот вам крест с мигалкой ни разу». Такой вот вышел разговор, пустой и сумасбродный. Собчак из кабака во двор отправился голодный. Ну да, Василия тогда она чуть-чуть поддела. Ну не поела, ерунда, хотя бы похудела. Бывают и чуднее дела в пределах нашей Раши, чем то, как все обосрала в кафе «Движение наше». Туда, куда она пошла, есть рукколы и супчик, не пустят нашего козла и, мать его, Потупчик. Пожрут от пуза упыри, чтоб каждый так питался. Но все же, что ни говори, осадочек остался. Ведь эти устрицы белон по 5 сотен за штуку. Но если в пузе есть баллон, так хуй плак им в руку. Хоть Вася надо бы давно померить бы IQ бы, на Твиттер вылилось говно, на Яндекс, на Ютьюбы. Хоть Вася статин и высок, и сверхорганизатор, попал на Ксению Васек какашкой в вентилятор. Теперь известно точно нам, он жрет прижавшие уши и все глядит по сторонам. А нет ли рядом Ксюши? Сейчас он рядом где-то тут, под стулом среди пыли. Вылази, жалкий проститут! Тебя давно простили. Спасибо.